Читаємо газети. Різні, цікаві. Я на дивані. А я вранці під каву. Новини, політика, програми «Комплект». Супертижневик. Восточний проект. Читайте у свіжому номері. Весенний снігопад. В Краматорске ліквідирують последствия снежних заносов. Как заработать на большую пенсию? Многим пенсионерам сделали перерасчет, увеличили страховой стаж для назначения пенсий и ввели ряд других новшеств. Чем дышит Краматорск? Директор Департамента экологии и природных ресурсов Сергей Натрус рассказал о состоянии экологии в городе, полигоне для мусора и утилизации опасных отходов. Как остаться здоровым после медреформы? Медики Краматорска рассказали о том, как идет подготовка к работе в новых условиях и чего ждать пациентам. Когда закончат ремонт гимназии? Сроки ремонта украинской гимназии в Краматорске обсуждались на встрече родителей и школьников с народным депутатом Максимом Ефимовым. Шаленый фест, призыв всем участникам и масштабный флешмоб. 30 марта в Краматорске состоится первый областной хореографический фестиваль-конкурс «Шаленый фест». Бумбокс представит в Краматорске новый альбом. Концерт популярной украинской группы состоится 29 апреля в Дворце культуры и творчества НКМЗ. Більше інформації та фото на сайті vp.donetsk.ua. Регіональний щотижневик «Восточний проект». Більше, ніж газета.